Дорогие саратовцы, меня зовут Сергей Гришнов, и я поддерживаю акцию телеканала «Саратов-24» «Твори добро». Сегодня мы просим вас о помощи. Она требуется 5-летней девочке Дарье Байминовой. У Даши ДЦП. Несмотря на это, она разговаривает, играет, может ходить. Правда, не очень уверена. Всему этому она научилась благодаря лечению в Московском институте медицинских технологий. Чтобы продолжить лечение, ей нужен еще один курс. Если вы хотите помочь Даше, то отправьте смс-сообщение со словом «Дети» на номер 5542. С вашего счета спишется 75 рублей. Помочь можно и другими способами, о которых вы можете узнать на сайте Росфонда. Спасибо всем, кто не остается равнодушными.